Продолжаем выпуск. С начала года в Самаре было совершено порядка 90 имущественных преступлений в отношении пожилых граждан. Оперативникам уже удалось раскрыть почти половину из них. Как рассказали полицейские, в основном это мошенничество и кражи. Жертвами чаще всего становятся одинокие люди в возрасте от 75 до 90 лет. Преступники используют различные схемы. Среди самых распространенных – проникновение в квартиру к пенсионерам под предлогом доставки продуктов от родственников, под видом социальных работников или сотрудников коммунальных служб. Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и в случае необходимости звонить оперативному дежурному по городу 373-76-40 или 02. Управление МВД России по городу Самаре. Мы хотим еще раз довести до граждан нашего города эту ситуацию и как бы чтобы она возымела какой-то профилактический момент. В основном вот эта информация, я думаю, что до их родственников будет доведена и, естественно, соседей, чтобы они провели с ними беседы, чтобы они в такую ситуацию не попадали.